Многие из этих людей впоследствии участвовали в создании самых передовых образцов нашей ракетной техники. И боевой железнодорожный комплекс с межконтинентальными ракетами делали тоже они, ученики Янгеля и Уткина. Эта ракета, прозванная на Западе СС-24 или «Скальпель», разрабатывалась в начале 80-х годов здесь, в КБ «Южная». Именно этой ракете суждено было стать на подвижную пусковую установку, впервые помещенную на рельсы железной дороги. Создать комплекс, который бы под наши нормальные гражданские поезда был замаскирован, то его очень трудно на этих дорогах увидеть. Никакие средства разведки не могут распознать комплекс, он совершенно похож на, скажем, жижаторный состав. Количество вагонов, длина вагонов, западенность, там, количество тележек, средств, в общем, ну, не отличишь. А много же таких по стране дали. Для ракеты «Скальпель» были созданы специальные вагоны с раздвижной крышей. Ее пуск осуществляется из вертикального положения после отвода контактных проводов и выхода из вагона пускового контейнера. Ну, пришлось много, конечно, поработать над тем, чтобы ракета весом 100 тонн в одном вагоне, это же ракета только 100 тонн, плюс контейнер 125 тонн, плюс средства подъема 150 тонн, плюс сам вагон. Вот что требовало решения технических проблем. Мы нашли решение. Одну ракету везли на трех вагонах. Сделали систему разгрузки, так чтобы передать массу, которую уже было везти, с одного вагона на соседние два. Это сложнейшая была проблема. Нужно было ракету сделать длины, равной длине вагона. Стандартного, гражданского вагона. Ракета была немножко длиннее. В состав комплекса входят три боевых модуля, командный пункт и системы жизнеобеспечения ракетчиков. Представьте себе, что в автономном режиме этот железнодорожный состав может находиться до 2 месяцев. Маршруты патрулирования комплекса простираются на 1500 километров от места базирования. В общем, путешествуя с комфортом по нашим обновленным железным дорогам, давайте не будем забывать, что не в последнюю очередь обязаны этому не столько МПС, сколько ракетным войскам стратегического назначения.